Для того, чтобы провести канализацию в микрорайонах Самал-1 и Самал-2, организация «Водные ресурсы маркетинг» взяла кредит в Европейском банке реконструкции и развития. 380 миллионов тенге понадобилось для того, чтобы жители этих районов больше не дышали отходами жизнедеятельности. По словам коммунальщиков, к централизованной канализации в Шымкенте подключены лишь 15% частных домовладений. Остальные сбрасывают сточные воды в ямы, которые сами роют во дворах. Это приводит к загрязнению почвы и подземных вод и вызывает распространение болезней. Мы построили канализационную систему на улицах Байтурсынова, Казиева и Утигенова. Чтобы пользоваться системой, абонентам нужно самим присоединить свой домашний канализационный трубопровод. Подключение к централизованной канализации частного дома обошлось каждому жителю примерно в 60 тысяч тенге. По словам абонентов, сумма не такая уж большая, зато условия жизни намного улучшились. Мы очень рады, у нас семья большая, водой много пользуемся, отходов много. Раньше не знали, куда девать, а теперь проще стало с канализацией. Руководство компании «Водные ресурсы маркетинг» заверило, что если Европейский банк реконструкции и развития снова займет средства, то и в других районах Шымкента можно будет решить проблемы с канализацией. А жителям частных домов больше не придется рыть ямы, чтобы сбрасывать туда отходы.